Здарова, дорогие друзья, с вами Катя, да, Юра Чтопкин, и вместе с Алко Петровичем мы будем покорять высоту. Шалом. Так, не тычь меня морковкой. Такая глаз выпить может. Короче, ребят, смотрите. Мы на рандомных тачках, вот типа как Петрович достал, так что с паном. Мы будем прыгать в высоту. Там 800 панелей максимально, и понятное дело, что кетчуп не надо было мазать. Это ты некрасиво сделал. Так. Так, это не прыгнет, ребята, крупногабаритные машины брать не будем. Берем только машины из реальной жизни. О, сянчик. Сянчик для начала, в принципе, вполне неплохо. А, маленький сян. Поехали. А вообще, по идее, сян должен быть выше. Так. Слышишь? Это мне... Нет, чё? Ты просто, что я кэш почистил? Зачем? Ну, потому что... На 6 гигов оставалось памяти. Ну, это нормально. Так, 280 у меня, 265 у тебя. На самом деле, я думал, что малыш каратэш летит намного выше, разница не особо большая, поэтому у тебя машина была тоже, в принципе, достойна. Так, ну посмотрим тогда, как будет работать твой кэш. В любом случае, у тебя две машины, у меня три сейчас. Так, что-то заспаунил. Ой-ой-ой, это надо удалить, этому не дает. Так, это чит, да, это чит, но который, ребята, не едет. У меня просто он не был добавлен. Так, а можно мне... Тундру? Я не хочу тундру. Может, что-то другое. А, трактор. О, какой черный вообще. Так, это стандарт. А что один стандарт? О, суетолог. Суетолог — это хорошо. Лет 300 его не видел. Так. Лотус. Да, это лотус, все верно. X5. Вторая машина. О, X5 хорошо, кстати. X5. Это тоже, ребята, чит. Я его добавлю. Я его искал. Название у него довольно-таки такое плохое. Ну давай. Чит против X5. X5, кстати, ребята, летающий. Ай-яй-яй, я врезался. Перепрыг. Он очень хорошо улетит. Я даже не помню сколько. Мне кажется, суетолог до туда не долетит точно. Хоть у меня и чит, ребята, но не настолько он летающий. Я думал, будет лучше. О, я идеально выпрыгнул. Так, где ты? 555. Ну, кстати, X5 и 3 пятерки. Ну да. Кстати, я вот на таком катался. Вообще шикарная тачка. Очень сильно мне понравилось. 355. На 200, да, ребята, суетолог меньше. Ну, как на у тебя, X? Вот чисто на таком же. На четырке я, короче, сдавал экзамен, хотя учился на семерке. Это было, как, не знаю, с КамАЗа на автобус пересесть. Так, ладно. Это что? Это Манхарт? Манхарт — это быстро. И вопросики, вопросики, вопросики. Что же будет второе? Нам второе что-то надо. О, Порш. Порш, наверное, не самый интересный. Это надо удалить, да? Это нормальный. Это фул нормальный. Так. Ну, он не быстрый, но он нормальный. Крашит Эво 09, точно я помню. А он такой, обычный, без спойлеров. Так, это Опер вроде как. Так, и. Вопросики. Вопросики. Понимаю. Почему бы и нет? Понимаю. Почему бы и нет? Действительно. А чинится, не чинится вообще? Что это? Это что вообще такое? Я даже не могу понять. То ли Порш, то ли... Я на Порш не похоже. Не, не чинится, скорее всего. Хер знает. Да, непонятно что. Так. Самолетики. Самолетики. Ага. Пестики-тычинки. Так, ну чё, ну давай. Я чувствую, тебя Эва ждет. Да, я тоже подумал, что тебя ждет Эва. Так, ладно, это будет интересно. Это значит, что ты сегодня пострадаешь. У меня 216 под капотом. Ну он такой, среднячок. Да в смысле я цепляюсь? Не надо цепляться. Нам нужны чистые прыжки, ребята, поэтому я перепрыгну. По баллам напомню, что 200 мы еще торчим. Но он и полетел неплохо. А я что-то максимально хреновато полетел. Чего? Охренеть. Это очень хорошо, а я прилетел к своей же тачке. А не, не к своей, к спану прилетел. 270. Так, это, я так понимаю, мне уже 400 торчат. Понимаю. Вот это тебе начало. Тачки ждем долго, а толку мало. Поэтому надо рандом расчехляться побыстрее. Понимаю. Так, это быстро. Это чит. А я вот не помню, как он летает, если честно. Я помню, что он 300. Да, и Ролс 327. Так, я, короче, Ролс возьму, если что. И сейчас посмотрим на третью тачку все-таки. Додж. Хелкат. Хелкат не тот.
Да. Так, это банша. Банша неинтересна. Ягуар. Да, какой-то ягуар, который считается. И? Додж вроде. Это такое. Это... Так, ну давай. Олдмобайл. Окей. Очень хороший Rolls, ребята, шестиколесный, очень быстрый, но при этом еще и очень тяжелый. Что-то я сегодня прям сверхвысоко. Хотя нет, вру, я улетел выше, чем всего остального. 480 пока что новый экстрабал. Ребята, по поводу экстрабалов не сказал, лучшая экстрабал. Тачка за 550... все раунды. 555 экстрабал. Ну да, X. X5. Короче, лучшая тачка, сейчас это X, которая улетит выше всех, приносит потом в конце балла обладателю равные самой плохой тачке. Так, а ты взял 225. Ну, в целом тоже достойно. Так, ну ладно. Хоть какие-то баллы я отыграл. Уже хоть что-то. Так. Это плохо. Стандартные. Колян, возможно, чит. Это не жук. Точно. Да, только он дрявый, этот жук именно. Не чинится. Это да, это не чинится. Так, Колян не тот, да, скажите мне? Ну, конечно, 163 Колян. Поэтому придется Цивик. Не знаю, запрячь как-то и постараться на нем вылететь повыше. Но думаю, это вообще нереально. О, Эклипс. Форсаги. Прям нормально, вторая часть. Так. А что первый у тебя был? Ничего не было. Так, ладно. Давай. В свое время я от Эклипсов от Митсубиши вообще тащился. Как они мне нравились, помню вообще. Так. О, ладно. Кстати, а вот Форд ты зря удалил? Форд вообще имба легкий какой. Я думал, это... Не Форд. Нет, то Форд. 530. Цивик херня максимальная. В принципе, и у тебя, к сожалению, тачка так себе. Но Цивик еще полетел. У него, наверное, 200 сотен. А, я лучше Монхарта, нихера себе. 280 у меня. Да, я слышал твои баллы. Ну ладно, что-то я отыграл. Но там 3 пятерочки. А надо 3 шестерочки поставить. А что на 3 шестерки улетит? Ничего, потому что их нету. Есть только 665. Так. Автобус. Ёб твою мать. Буханка колючка. Так, ну это считать не будем, ребята, она не прыгнет. Так, что еще есть? О, Бентли. Ой, бля. Ракета. Она не прыгнет, конечно. Ёжик. Прыгает она. Она вылетает. Вылетает нормально. Так, Бентли Эксп хорошо. Ёжик хорошо налетает. О. И ускоряшку Бигфут брать не буду. Дракс. Так. Ой, нахрена. Удали его. Вот. Кого? Дракстер? Я Дракстер хотел удалить. Ты сказал, удали его. На самом деле, Дракстер имба-имба. Имба-имба. Давно его не видел. Он жесткий. Он жесткий. Бентли цепанул из жопы. Она тоже довольно-таки летающая, хорошая. Но Дракстер, ребята, сейчас улетит вообще. Овер-овер. 700 пролетел. Он на 800 пролетал даже. Там он летал. Бентли, ребята, вроде хороший, да, 490 это мое почтение, но тем не менее 310 баллов опять Петровичу. What the fuck? Вот так удалил. Рандом. Так, белая акулка. И это. Кто ты? Это не то. А, это стандартное. Это не то, что я хотел. Да, то стандартное. Значит, такая с подарочком идет. Вопросики, вопросики. По баллам пока мне не радостно. Я все равно завозит интересные машинки. Так, это считается маленький джип. GMC или нет? Нет. Сачок посмотрел? Это потому что есть у нас инкассатор GMC, что ли? Так это не инкассатор, конечно. Давай. О. Форд. Это даже быстро было. Более-менее. Ну, возможно. Ну и давай третий какой-нибудь Бигфут тогда. Будет семья у тебя. Кто-то подвеска, сказал, конечно, семья? У него такая себе. Да. Я так понимаю, ничего. Да, не, да? Ну ладно. Так, давай разгоняйся. Давай, вот. Барабусяндр. Выберусь. В свое время он был хорош. Но не сейчас. Так, что по итогу у тебя? Чуть упало? Рубикон я беру маленький. Угу. Он 219 под капотом. Ну, он хорошенький, даже выше меня, возможно, будешь. 320 улетел Брабус. В целом, неплохо. Но раньше он, кстати, лучше летал. Он там по 300 был. Как, к сожалению, не настолько хорошо. 500, так, а ты там 530. Доедешь, не доедешь?
Он потому что еще такой. Целюсь. Падаю. Бомбардировка. 270. Если бы не убрал тачку, прям в нее бы попал. А записали баллы, я чуть выше. Ох, как я вовремя телепортнулся. Там чуть сейчас бы на пару этажей не размазал. Так. А как 800-то бить? Как ПЖВОС электро. Бугатти чит. Ну, чит Бугатти и Супру. Да, это я надо. На самом деле, Бугатти-то это хорошо, но она-то вроде тяжелющая. Так, это стандарт или нет, вопросы? Потому что там, да, я такой не помню. Тоже стандартный. Угу. Вот так вот, ребята. Когда чистишь рандом, такие приколы. Что так, это X1, это очень быстро, 480. Но вылетит или нет, не знаю. Да, вылетит или нет, ладно, не знаю. Хер с ним, поехали. Попробуем. Давай. Она вылетит, потому что цепляется часто. Ну, что-то не особо-то и быстро. 530. Ну, я чуть быстрее. На самом деле, она по прямой прям хорошая. Прикинь, я туда же прям прилетел. 260 на чете, у которого 400 под капотом. Ну, у тебя 480. Это рофл. Обманул нас рандом, негодник. О! Хорош, 800. Отыграли, ребята. Так. Вопрос, а что у байкера будет? Слушай, на самом деле, байкер с морковкой смотрится эпично. Еще кожанка. Это как это, знаешь? Это... Как кто? Призрачный гонщик. У него не было морковки. Если была, то мы ее не видели. Не в том месте она была. О, опять она. Но она просится. Выбирай. Так, ребят, смотрите, за 3 секунды. Стратосферу просто. Как главное выпрыгнуть. А что у тебя? Я не вижу даже. Это исток, но я не выпрыгнул. Еду обратно. Нет, не уйду. Это, наверное, самый плохой прыжок. Охренеть. Нет, ну я за 3 секунды. 225. Опять. Бам. Ну я за 3 секунды долетел до финиша. 800, ребята, исток. Понимаю. Короче, стоял у края твой этот Ниссанчик стоял, да? Я к нему подъехал, наверное, до машины было метров 15. Вылез из машины, потом такой удар, и твой Ниссан упал. Прикинь, синхронно. Понимать. Это было, конечно, типа, это, знаешь, это не я, меня за рулем не было, но на меня уже не повешаешь. Естественно. Так, джип, Мерседес и Камара чит. Ну, Камар... А, не чит, Камар. Вопросов нет. Продайте. Сколько можно? Ну, это только начало. Хотя у тебя интернет вроде быстрый, должен по факту побыстрее спавниться. Но оно не всегда так работает. А, так, это лянча была? Это не лянча была. Стандартная? Да. Стандартная есть, похоже. Но жопа была прям как у лянча. Так, байкер ты наш. Доставай что-нибудь интересное. И голова сейчас закружится. Ты не ходи кругом. От этого быстрее машина не появится. Хотя, кто знает. Так, что это заспавнилось? Что это? О, это чит. Какой? Только не тяжелый вижу. Чит. Все равно не вижу. Тигруля, не тигруля. Да-да-да, это тигрулька, да. Так, вторую будешь доставать или на ней поедешь? Да-да-да. На нем поедешь. Так, у меня не чит, но вроде в свое время был летающий хороший Мерседес. Понакупали машин против дорожного движения, тут по встречке гоняют. Короче, ребята, я два раза врезался, в итоге я там вырежу все эти врезания, заново вот выпрыгнул, вроде полетел. А так... А, я ни хрена не могу прыгнуть. Под углом прыгай, стыкается. Пробуй. Да даже под углом не прыгай. Это как Донни Мобиль, есть такие. Слушай, а у меня очень легкий Мерседесик, это 525, это прям очень хорошо. Конечно, я до X5 не долетел, но это прям... Неплохо. Так, вопросики. Даже по прямой ты точно не вылетишь. Даже под углом не прыгает. Ну давай, первую попавшуюся. Что, заспавнился? Гелик. Прости, ну давай. 138. Сейчас я экстрабал заговню весь. А экстрабала нету. Гелик разгоняется, ребята. Поехал. И тоже ткнулся. Вообще это не полетел. Плохо. Это очень плохо. Это 140. 135. Не, 135. Понимаю. Ладно, возвращайся. Да, ну такие вот баллы. Так, хорошо. Бугатти опять большая, но не считаем, как я уже говорил. Это что? Это джип?
Техасия, блядь. Откуда и зачем? О! Вот это, ребята, пушка. Я на ней буду прыгать. Я не буду дальше испытывать удачу. Кто ты такой? Гатор 150. А, Audi, кстати, Smart. Шестиколесная, вроде быстрая, но не настолько. А вот Smart это вообще имба. Он вообще не быстрый. Вообще никакой. Вообще никакой. Да. Ребята, кстати, это последний прыжок наш. На-на. Сот. Это буквально 510. Был последний мой прыжок. Меня намотало там. Со всей дури. А 510 я быстрее по скорости. На-на, вообще 265. Не доехал. Так, 265, ребята, баллов у Петровича. Мои последние баллы тоже сейчас посмотрим, какие будут. Ну, кое-как вылетел, ладно. Ударился, конечно, тоже. Вообще, Сена, ребята, очень быстрая машина, очень легкая, но если бы еще она не цеплялась, вообще бы сказка была. Так, итого... Да вроде хорошо. 335. У тебя вроде пониже где-то было. Во-во, я что и говорю. Что ж, ребята, вот так, вот такая серия. Смотрите на итоги. Кто победил, вы можете узнать прямо сейчас. В принципе, то, что я отбил 800 баллов, это хорошо. Возможно, даже где-то рядом. Но вот ближе к победе непонятно. Поэтому, ребята, лайки, комментарии и подписку завозим. Не забываем настраивать колокольчик. И всем пока-пока. Пока, народ.